Здравствуйте, это Петя Листерман. Он привез телок в Сангейт. Сейчас он вам расскажет, какие у него новые цены. Не-не-не, тебя же никто не звал сюда. Я войду в кадр сам. Продолжай. Стоп. Так, ну что, пацаны, цены такие, ёптать, блядь. Большую вон, Натаху, блядь. Ебут за десяточку, блядь. А всех остальных, блядь, дешевле за пятерку, блядь. Сейчас же кризис, ёптать, блядь. Давайте, заносите деньги, ебите матрешек. А хули делать, блядь? Уходим на рекламу.